Кто из нас не мечтал о театральной сцене? Цветы, овации, поклонники. Для того, чтобы стать профессиональным артистом, нужно многому научиться. А для этого не обязательно ехать в престижную «Щуку» или легендарную «Щепку». Открыть дверь, волнующий мир искусства, можно и в Оренбурге. Кафедра актер драматического театра и кино открылась в стенах Оренбургского государственного института искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей в 1998 году. Это стало возможным во многом благодаря художественному руководителю Оренбургского драматического театра, народному артисту России Ревкату Исрафилову. Когда меня пригласили в театр руководить, естественно, первый вопрос возник, откуда мы возьмем кадры, потому что без своих кадров, без воспитания как бы своей школы, вряд ли можно ожидать хорошую перспективу. В первом выпуске студентов театрального факультета, который состоялся в 2003 году, было 17 человек. 8 выпускников поехали покорять площадки столицы и других городов нашей страны. Трое поступили на службу в Татарский театр имени Файзи. Труппу Оренбургского драматического, на сцене которого студенты делали первые шаги в профессию, главный режиссер пригласил 6, самых, на его взгляд, талантливых и перспективных. Хочешь – уходи, хочешь – оставайся. Но из-за меня, а не из-за моей слепоты. Ты же убогая, душевно недоразвитая. Ты потому избегаешь, боишься, а вдруг здесь и правда будет что-то серьезное. А серьезного тебе не потянуть. Кишка тонка. Одним из новобранцев оренбургской драмы стал Сергей Шахмуть. Сегодня сложно представить себе репертуар главного театра области без этого харизматичного молодого человека. Швабрин в «Капитанской дочке», Треплев в «Чайке», Данилов в «Хозяйке Медной горы». По собственным словам, молодой актер пришел в театр к Исрафилову по зову интуиции. В худруке он нашел мудрого руководителя, доверился ему и до сих пор пытается соответствовать требованиям мастера. Это очень сложная профессия, это не просто вышел на сцену там или что-то еще. И не расслабляться никогда, потому что всегда кто-то тебя в любом случае обойдет. Всегда есть сильнее тебя. Как это не печально, но это так. Приходится держать, соответственно, планку и марку свою. В настоящий момент в труппе оренбургской драмы работают артисты уже нескольких выпусков местного института искусств. Сегодня именно на них держится большая часть спектаклей театрального репертуара. Дмитрий Гладков, Наталья Ренева, Мария Губанова, Ирина Прохорова, Наталья Лаврененко. Яркие роли, преданные поклонники, цветы и аплодисменты. Среди молодых актеров уже немало лауреатов областных творческих конкурсов. Есть еще более высокие достижения. Александр Федоров за роль старшины Воскова в спектакле «Азори здесь тихие» получил почетный приз на 8-м международном театральном фестивале «Голоса истории» в Вологде и стал лауреатом премии секретариата Союза театральных деятелей России в номинации «За успешное постижение профессии актера». Походу война. Понятно. А потом, когда мир будет, будет понятно, почему вам умирать приходилось. Почему такое решение принял? Стать артистом – это значит научиться владеть собой. Своим телом, своими эмоциями, подчинять себя предлагаемым обстоятельствам. Поэтому в список обязательных предметов по овладению профессией входят сценическое движение и речь, вокал и, конечно же, само актерское мастерство. Профессия постигается при помощи наблюдений за окружающим миром, отработки этюдов, развития фантазии. Каждый учится тому, чего никогда не умел делать. Ну, просто взять то, что каким мы сюда пришли, и даже сейчас третий курс, какими мы стали – ну, произошли глобальные изменения, внутренние, физические. У студентов Оренбургского вуза есть уникальная возможность уже на первом курсе принять участие в спектакле, выйти на одну сцену с профессиональными артистами. Это разрушает комплексы, дает возможность почувствовать себя свободнее, а главное понять, твоя ли это профессия. Наталья Ренева прекрасно помнит и то, с какими мыслями она пришла поступать на театральное, и то, как со временем изменились ее взгляды. Приходишь на первый курс, у всех амбиции неимоверные, потому что приходишь-то в неизвестность, а потом, когда начинаешь заниматься и входить в курс дела, тогда понимаешь, что ты на самом деле еще ничего из себя не представляешь, и все только начинается. Набор на факультет актер драматического театра и кино проходит каждые 2 года. При конкурсе 3-5 человек на место в институт набирают группу из 20-25 студентов. К концу обучения остаются самые-самые, обладающие всеми качествами, присущими профессиональному артисту. Для того, чтобы мыслить нас, не надо быть необходимым интеллектуальный уровень, интеллектуальные усердия, так что без этого мы ничего не делаем. Следующее, естественно, колоссальная органика и эмоциональная энергетика.
Одна из необходимых составляющих личности актера – сценическое обаяние. По словам Рифката Исрафилова, этому практически невозможно научить. А потому, прежде чем переступить порог вуза, где учат на артиста, а таких у нас в стране всего 7, следует трезво оценить собственные возможности. Если же вы уверены в своих силах, обладаете индивидуальной органикой и чувствуете, что можете сказать новое слово на театральной сцене, смело отправляйтесь на суд приемной комиссии. Получить диплом профессионального артиста – это только начало творческого пути. Признание зрительской аудитории – вот что главное. А для этого нужно раскрыть все грани своего таланта, вжиться в предлагаемый образ, отдать профессии душу и посвятить жизнь.